Юные огнеборцы из Германии и Кирова обменяются опытом. Юбилейный 5-й международный слет будущих пожарных проходит на этой неделе в Кирове. Сегодня состоялось открытие мероприятия «Торжественная линейка» с участием высоких лиц города. Начались сборы с выноса флагов и гимнов двух стран. Затем перед юными пожарными выступили члены делегации с напутственными словами. После этого гостей из Германии увезли на 2 дня в Советский район. Сначала ребятам провели экскурсии в Кривеческом музее Советска и в местной пожарной части. А завтра их ждет мастер-класс по выживанию в экстремальных условиях в палаточном лагере «Трамплин». Напомню, он находится в заповедной зоне на реке Немда у подножия скал. Самое главное, что вы должны вынести из этой поездки, и хозяева, и гости, это умение разговаривать с людьми других народов, когда простые люди договариваются между собой и видят, как можно строить эти отношения, как можно жить дружно, как можно понимать друг друга, даже не зная языка, как можно строить общую историю и, соответственно, строить общее будущее.